На исполнение мечты ушло больше 20 лет. Новый мотосезон Андрей Анискевич открывает на долгожданных золотых крыльях. Пускай и 80 тысяч пробега, и 20 лет эксплуатации, но ведь эту модель в мире байков считают двухколесным кабриолетом. Мужчины взрослеют, игрушки остаются, только меняется их цена, понимаете, вот игрушек. Поэтому всегда хочется стать на то время как маленький ребенок, но как вот просто выехать на дорогу, ощутить себя вот на колесах, на двух колесах с ветром, чтобы прокатиться. Культура мотовождения, признается, для него всегда была на первом месте. В дорогу только с Богом. Андрей Анискевич – настоятель главного католического кафедрального собора Витебской области. И свою первую мотопрогулку прошлой весной организовал в Лепеле. Перестали жаловаться даже некоторые люди. Стали сами аккуратнее, сплотились как-то больше. Ну, слушаемся, проходим техосмотры, платим страховки, ну и пресекаем даже немножко вот ребят, которые там где-то без прав кого-то что-то пытаемся поучить уму-разуму. Впервые в Витебске во главе колонны ехал настоятель кафедрального собора. Мотопробег поддержали мотоциклисты из разных городов области. Маршрут проложили по популярным улицам города, своего рода репетиция хорошего тона вождения, чтобы мотоциклисты знали, как можно ездить, не ревя моторами и без постоянного перестроения в потоке городского транспорта. Весна, лето, горячее время для госавтоинспекции. После зимы мотоциклисты проверяют своих железных коней на скорость, а себя на прочность. Памятный кульбит байкера на крышу машины под Могилевым 2 года назад удивил многих. Чудеса случаются крайне редко. На личном примере уже знают 7 мотоциклистов из Витебской области. Это просто апрель месяц. Вот за один апрель месяц мы потеряли 1 человека мотоциклиста и 6 положили фактически на больничные койки. Поэтому проблема, она очень остра. Чтобы мотоциклы на дороге не приносили беды, сегодня молились в Витебске. Все байки перед сезоном осветили. С уверенностью, что в следующем году снова соберутся у стен храма в том же составе. Олег Шапель, Виталий Мотин. Наши новости. Витебская область.